Різниця між російською і українською мовою дуже велика. Так, до речі, наші хлопці на передовій не розуміють, чому росіяни називають велику продовгувату могилу окоп. Давайте уявимо випадок в одній такій могилі. Перепрошую, окопі окупанта. Ми робимо цей номер російською, тому що його персонажі не гідні того, щоб говорити солов'їною. А, Каляныч, смотри! Нашел! Ух ты, ты говоришь! А я жду-жду. Да. Жду. Слушай, как-то тихо сегодня, не находишь? Ага. Может, на сегодня у наших запасы закончились. Снарядов? Да не, солдат. Ну, это логично. На, держи. Давай за наших павших товарищей по маленькой. Давай. Да. Раскидала наших кого куда. Да. Ты Серегу помнишь? Серегу, который говорил, что его пуля не возьмет. Ну, помню, конечно. Пуля не знала этого. И взяла Серегу. Да. А Юсуфа помнишь? Ну, который говорил, что русские своих на войне не бросают. Так его же бросили. Потому что он не русский. Да. Давай, знаешь что? Давай за всех наших пацанов. За Алюддина, Джафархата, Гаджибека, Салимбека, Калдыбека, Игорька. Какого Игорька? Что за имя такое? Игорюк. Ну, Игорек, ну, Игорь. Ну, которого Алюддин, Джафархат, Гаджибек. Помню. Хороший был командир. Да. Суровый, главное, все его боялись. Да, кроме Алюддина, Джафархата и Гаджибека. Ну, давай, за пацанов. Давай, не чокайся. Стоя. Ты куда нахрен? Ты чего? Вчера он двое решили выпить за павших товарищей, стоя в окопе. Получается, ты дебилы за себя пили. Понял. Слышь, а то какие слухи ходят? Когда эти укры контрнаступление начнут? Говорят, земля подсохнет, сразу пойдут. А. О, а может, надо сделать так, чтобы земля не подсохла? Согласен. А что-то у меня не получается сделать так, чтобы земля не подсохла. Что такое? Так я ж на холодном посидел, застудил. А почему? Я тебе говорил, не сиди на Сереге. Кстати, надо Серегу в другой окоп оттащить. Ну, все-таки одноклассник. Вот нафига ты его сюда тащил? Так я когда его тащил, он же теплый был. Он, может быть, так теплым оставался, если б ты на лице у него не сидел. Так только оттуда теплый воздух же и шел. Да, нелепая смерть. Ну, не будем о грустном. Смотри, я тут на канал подписался, Телеграм. Mm-hmm. Укровский. Значит, там показывают, как в наши окопы они закидывают гранаты с дрона. Наши суетятся, как муравьи, ржак, и я тебе говорю, давай посмотрим. Тихо. Не включай телефон, засекут. Ой, ты кто там засечет, я тебя умоляю. Смотри, вообще, во. Раз, все, пополз без ноги, видишь? Вот надо же быть каким дурным, чтобы не услышать, что над тобой дрон. Тихо. Слышь? Жужжит. Мухи в сухпайке. Да нет, громко жужжит. Живые мухи в сухпайке. Слушай, а может над нами дрон? Показалось. А я слыхал, что укров на дроне не только камера, но еще и микрофон. Получается, что не только видят, но и слышат. Ну. Очень опасно. Представляешь, какой-нибудь дебил с пьяну ляпнет, что у... За дальней балкой, вот, у Иванковского моста наша арта стоит. Это куда прилет был? В балку, что ли? Нет, это дальше. Хорошо, хоть не в командный пункт, который в ангаре возле молокозавода на развилке. А ты ее! А это куда? А это наши бьют. А, наш. 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 А видишь, как тактика сразу поменялась? О, стоило генералу приехать на командный пункт, все. Да? Да. Точно. Да. Молодцы наши, да? Ага. Ровненько.
смотри, смотри. Онлайн-трансляция началась. Так, два придурка сидят, бухают, как мы в окопе. Не, это какие-то бомжи. А мы приличные. Слышь, Коляныч, у меня для тебя две новости. Хорошая, плохая. Какой начать? С плохой. Над нами дрон с гранатами. А хорошая? Судя по видео, сверху не так сильно ты и лысеешь. Все, нам капец. Капец нам, капец. Эх, Ермолаев, Ермолаев. Че у тебя фамилия такая странная, двойная? Ермолаев, Ермолаев. Мамка не захотела брать фамилию отца, поэтому двойная. По мамке, по отцу. Ермолаев, Ермолаев. Мамка, она же родная сестра бати. Да, дела семейные. Я, кстати, тоже свою семью вспоминаю. Вот смотрю на этого дрона. Какой он красивый. Красивее, чем моя Танька. Вот ты сегодня дроном восхищаешься, вчера жуком навозным. Что у тебя за Танька-то такая? Ты Таньку мою не видел. А давай мы его собьем, что мы сидим. Давай. Давай, давай, давай. Да-д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 а. Не получается без патронов-то. А че мы его боимся? Вот что он нам сделает? На тебе, на тебе, фактически, на тебе. Пора молиться. Пора. Да. А ты знаешь какую-нибудь молитву? Конечно. Давай. Мы русские, б***ь. С нами Бог, нахуй. Это точно молитва? Конечно. Это от нас батюшка на построении перед отправлением благословил. Говорит, вы русские, б***ь. С вами Бог, нахуй. Ну, не поможет это такая молитва. Ну, не знаю. Слушай. А помнишь видео с украинского дрона, на которое один наш другому нашему кое-что делал? Помнишь? Помню, конечно. А помнишь, что они до конца снимали? Прям до конца пока. Вот. И не стреляли. А, то есть если мы сейчас... Да. Ну, и они нас не убьют. Ты головой? Ну. Головой? Да. А кто кому? Давай тогда бросим это камень, ножницы, бумага. Давай, давай. Раз, два, три. У меня бумага, я победил. Ну ты, сука. Ну ты ж знаешь, я без пальца ножницы не покажу. Судьба. Судьба. Ладно, давай. Давай. О! Ух ты! Какой он у тебя красивый, как моя Танюха прям. Степан Казанин, Станислав Баклан, Ваши области.